Доброго времени суток, друзья! С вами Вичард, и это долгожданный новый выпуск Эксбо Ньюс. Начинаем! Последние обновления на ZFT принесли огромное количество различных фич. Так, например, одна из новых механик позволяет разбирать ненужное вам оружие и броню на детали, количество которых зависит от ценности предмета и его текущей прочности. За детали можно будет приобрести различные вещи, недоступные за обычную валюту. Был добавлен новый способ заработка – доставка товара. Теперь вы можете приобрести рюкзак с товаром у некоторых NPC, который можно будет продать NPC на другой локации по повышенной цене. Конечно, все не так просто. При выходе из игры или смерти рюкзак выпадает, а отправить его по почте нельзя. Кем будете вы? Самым удачным курьером или же тем, кто будет терпеливо ждать почтальонов в засадах? Также переработке подверглась система смены боеприпасов в оружии и функция переключения режима огня. Теперь, чтобы сменить тип патронов, нужно зажать кнопку перезарядки. Откроется радиальное меню, в котором выбираются желаемые патроны. Клавиша переключения режима огня теперь одна и работает аналогичным образом. Новый подствольный гранатомет активируется отдельной клавишей. Долгожданным пополнением ассортимента стали крепления на различные оружие, расширяющие возможность кастомизации. Среди последних – крепление для прицела на МП5, ТОС-34 и крепление с планкой Пикатинни для семейства автоматов Калашникова. Была переработана система регенерации. Теперь здоровье восстанавливается намного плавнее. Кроме этого, изменен способ исцеления аптечками. Вместо мгновенного выздоровления они будут восстанавливать определенное количество здоровья в течение некоторого промежутка времени. Система заражений стала более реалистичной. Теперь сила заражения зависит от близости к источнику, а детекторы способны определить приблизительную интенсивность излучения. Теперь все маркеры на карте отображаются с учетом высоты, что определенно облегчит нахождение цели задания и NPC-торговца. Были добавлены голосовые команды, открыть которые можно зажатием Tab. Неплохо. Хорошо. Неплохо, неплохо. Ты сдурел? Хорошо. Толку-то? Парни, не расслабляемся! Парни, не расслабляемся! Прикрывай, я пошел! Мочи его! Хватит, не надо! Если же нажать Tab, наведясь на врага, то он на некоторое время появится на миникарте у ближайших союзников. Последними изменениями ZFT, которые только начнут тестироваться, стали переработка системы метания гранат и болтов, ввод холодного оружия и система ежедневных заданий повышенной сложности, за которые можно будет получить особые награды, например, скины на броню. И немного информации с опустошенных радиаций просторов. Все время, пока не было новостей с Fallout Крафта, команда администрации работала над сотней мелких, но крайне важных дел. Что-то было завершено окончательно, над чем-то работа идет до сих пор. Однако обо всем по порядку. Кодерам было исправлено множество технических проблем. К примеру, множество старых сундуков, в которых из-за бага не появлялся лут, были пофикшены и теперь вновь лутабельны. Идет работа по улучшению и углублению атмосферной составляющей игры. Говорят, что через какое-то время путешественникам и мародерам придется опасаться песчаных бурь в пустоши. Строители реализовали множество изменений, произошедших после различных событий РП-сферы. Задекорировали города, перестроили или заново создали множество точек. На данный момент все силы уходят на обустройство и заселение зимней локации. Квестеры также, как и строители, реализовали последствия процессов РП-сферы. Новые NPC, новые диалоги и фразы, новые квесты и квестовые линейки. Скорее всего, в ближайшее время на зимней карте появится больше нового.
К тому же в воскресенье был проведен ивент. Караван компании «Синий песок» должен был пройти значительный отрезок пути через пустоши, забрать таинственную посылку и вернуться тем же маршрутом. В то же время рейдерская банда «Танцоры» должна была перебить караванщиков «Синего песка». На протяжении всего пути караванщики с боем прорывались через многочисленные засады рейдеров. Но все же «Синему песку» не удалось выиграть. Пройдя значительную часть пути, караван был пойман в ловушку между двух скал, и караванщики с охраной были перебиты огнем с двух сторон. По утверждениям разных людей, в ивенте приняло участие от 80 до 100 игроков. И на этом у нас все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк под видео. До новых встреч, друзья!